с телегой там нереально проехать, там вообще просто каша. Я вам покажу сейчас. Сегодня бутылочку не брали. Поздно, 4 часа уже. Очень долго мы. Ну, пока подготавливали все, пока смотрели дорогу. О, ну по верхней части. И вот так ты едешь боком, там вообще. Это страх. Всем привет. Приехали на Деляну, кое-как проехали. Там колеичи нарезали вообще просто. Зилы, Уралы, все подряд. Стабилинка с ошейником. В общем-то, очень ужасная дорога, потом покажу вам. Снимать не до этого было. Не до съемок, в общем. Вот трактор НТЗ-80Л. В общем, Деляна у нас 30 кубов выписывали для дома. Вот, ну туда нельзя было проехать. Сзада? Конечно, сейчас здесь навалится. Мы... Друг на друга упадут, да, они? Вот папа. На нее положит. Пила штиль, что-то цепь сильно расслаблена. Надо ее подтянуть. Вот наши березы стоят, наши осины. И вот опять лина. Опять лина. В общем, будем пилить. Там что будем вам интересно, будем показывать. Ты хочешь вот этой начать? О. Кто-то нам тут поронял уже. В нашу сторону навалил грязи. Грязи навалил, Лина. Вот наши зелененькие. Ветер куда? Ветер есть. Но... Ну да, будем валить, в общем. Будем валить лес. Одну уже положили. Вот она лежит. Ты положил так, что пилишь его уже почти. Да? Ну конечно, рядом. Рядом, чтобы? Конечно. Не друг на друга. Нет, конечно. Он нам все прийти и как перейти надо. Да. Смотри, может, слышно? Попробуй. Вот так вот ложатся деревья. Там тоже пилит. А вот не знаю. Смотрите. Эти точно зеленые. А вот там что-то не пойму. Там прям в чащу падает. Вот грязь прям. Болото. Отвели, короче, нам в болоте. Что-то ничего нету. Это есть ударк. А,
зеленого нету. Нет. Нету. Слышь? Ничего не вижу. Там все дальше не нас, не нас. Иди. Где? Нету. Не... А, да, вон наша зеленая. Это должна быть. Помочь, наверное, надо. Ну, в общем, три штуки распилили, повалили. А? Смотри, загнутый. Ага. Как он, чтобы не отцепился? Не знаю. Как-то надо пробовать. Так, ты же мы цеплялись с тобой. Ага. А через эту не пропускается она, через эту? Нет. Нет? Нет, это шубура зацепила, все это, чекеры есть. Ага. Вот, ключок. Просто может быть... Наоборот надо, чтобы он был с этой стороны. Ну, короткий какой-то, да, он? Не так, не надо. Да? Да, у меня снова с этой получилось. В общем, цепляем вот эту длиннющую лисину. Там попилили веточки. Лину я отпустил, а то она сидела, пока мы валили в кузове. Сейчас будем... Опа. Нифига. Сейчас будем пробовать, смотреть. В общем-то, получается тащить оттуда. Но с телегой там нереально проехать. Там вообще просто каша. Я вам покажу сейчас, что там творится. Там не могут зилы никто не проехать вообще. Сейчас вот вытащили одну лисину, одну осину. Все, в итоге вот у нас телега стоит на выезде перед самым болотом. И вот сюда мы таскаем лисины. Так приходится делать, иначе мы если проедем на телеге туда, то мы там встанем и все. Она там останется. Потому что сейчас маленько даже с лисиной буксовал я в одном месте. Я даже не думал буксовать. Да, да. Даже кажется, нормально все, четко. А в итоге-то застрял. Перецеплялись. Вот, в общем, вот две штуки. Береза, осина. Такие они длины. Посмотрим, вот три штуки, насколько хватит. Ну, сколько загрузим телегу. Вот третья лежит еще. Надо начинать, наверное, с вот этого, где это. На дороге, чтобы не мешалось. Тачку, вот, с тобой было, да? Тачку, ну... Возить штуку. Накидал и все по-ровному подвес. Да. Вот, насчет топлива не знаем, хватит, не хватит в тракторе. Потому что катаемся туда-сюда. Топлива много уходит. В общем, такая вот трудовая. Трудовые дрова. Так приходится делать. Все, сейчас будем пилить и грузить. Посмотрим, посмотрите. Сначала покушаем, да. В общем-то, что сегодня у нас на обед? Здесь цикория у нас, как обычно. Цикория, сосиски, торт. Торт. Там что, хлеб? Хлеб и пряники. Пряники. Что Бог послал, цикория без молока. Сегодня бутылочку не брали. Сегодня без бутылочки, потому что тут страшно. Или наоборот, надо было брать. Да, первый раз не надо. Ну. Завтра возьмем. Завтра возьмем. Лину посадили в трактор, чтобы она тут не смущалась. Едой. Ну, маленько ей оставим что-нибудь погрызть. Все, сейчас будем есть.
Ну, почти одна готова. Вот в лес один ствол, тут почти до верху я догрузил. Ну, конечно, есть расстояние еще, но у нас мелких сейчас нету, ни веток, ничего, ну, палышку. Короче, дров маленький, чтобы туда вставить. Поэтому как-то так вот. Ну, еще тут маленько. Считай, что вот, ну, грубо говоря, с одного ствола один ряд. Ну, маленько вот еще, посмотри. Ну так, я думаю, хватит, больше не надо тут. Конечно. Куда еще? Мы так и не грузили. Ну? Ну вот так, в общем, сейчас буду березу скидывать. Да, еще бы отсюда выехать бы с этим. Может, придется разгружаться еще. В итоге с трех стволов вот получилось где-то три, ну, чуть больше половины, можно сказать, четыре получилось. Раз, два, три, и вот четвертый ряд. Маленько не хватило добить, туда положил еще. Ну, где-то четыре рядка. Бензин только так улетает на штиле. В общем, в итоге мы привезли еще раз, два, три, и четвертый еще зацеплено. Сейчас уже точно никто не поедет, уже поздно. 4 часа уже. Очень долго мы. Ну, пока подготавливали все, пока смотрели дорогу. В общем, 4 лисины еще привезли. Сейчас будем грузить. Ну, 4 точно хватит. Они такие небольшие, правда. Ну, я думаю, хватит. Ну, папа уже пилит. Ленька уже устала. Есть хочет. Худющая собака, да? Жрать хочу, говорит. Ну, и солнце уже садится. Уже пошло вниз. В общем, таскаем мы. Ну вот и все, наконец-то мы ее загрузили.
полностью. Лена уже устала. Все устали. Солнце все ниже и ниже. Все, сейчас поедем домой. Ехать очень много. 25 километров, ага, на тракторе гнать. Ура, мы выехали с Деляны. Это было надо со стороны снимать, как я ехал. Там в колею трактора не попадает, поэтому два колеса, допустим, правых впадают в колею, а левые едут по, ну, по верхней части. И вот так ты едешь боком, там вообще это страх. Мне было не до съемок, конечно, но это было, поверьте, очень страшно. Особенно ты сидишь высоко в тракторе, очень высоко. И поэтому кажется, как будто ты вообще сейчас вот так вот перевернешься. В общем, выехали, едем уже, вот подъезжаю к трассе. Сейчас по хорошей ровной дороге буду ехать. Линка устала, спит. Жрать хочет, я тоже есть хочу. Ну, маленько сейчас перекусили, Линке маленько дали, но есть все равно охота. В общем, боевые очень дрова в этом году. Прям вообще. В том году прям вообще классно так ездили, спокойно, по песочку, ну там лужицы были, но чтобы вот так вот, это вообще. Сейчас домой приедем, я еще по дороге посниму, ну, в общем, вообще страх. В общем-то, у нас уже 10 часов вечера, и я только что приехал домой. А по дороге все было нормально до момента, пока я не переехал мост и не доезжая мост, ну, не доезжая до этих бордюров, у меня лопнуло колесо. Лопнуло колесо не на тракторе, а на телеге. В общем, мы ездили, папа приехал, я с ним поехал, мама в тракторе сидела, охраняла. Мы поехали, запасное колесо погрузили, смотрим, а там, ну, начали качать его. Там штуцер пропускает, в общем, полностью его разбортовали, полностью резинку там поменяли. В общем, делов было очень много. В итоге приехали в 10 часов. То есть мы очень много времени потратили на то, чтобы привезти просто одну телегу дров. То есть в этом году проблематично прям вообще с дровами. И даже вот самим привезти, то даже так. Очень сложно. В общем, такое вот у нас видео получилось. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх. Еще будет много интересных видео про трактор МТЗ-80L. Так что подписываемся. Всем удачи и всем пока. Смотрим.